بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. О чем они расспрашивают друг друга? О великой вести относительно Дня Страшного Суда, и о котором они расходятся во мнениях. Но они скоро узнают, воистину, они скоро узнают, что их постигнет. Алам наджали л-ардо михада, валь-джибала аутада, вахалакнакум азваджа, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Мы разве не сделали землю ложем, расстелив его, чтобы жили они? А горы – опорами для укрепления земли. Создали мы вас парами и сделали сон отдыхом вашим и ночь для вас покровом, и сотворили день ясный для созидания жизни, и над вами воздвигли семь твердей небес и установили пылающий светильник, то есть солнце, и низвели из туч обильно льющиеся воды дождя, чтобы злаки и растения взращивать ими, и сады густые. Инна яума аль-фасли кана мийкота, яума юнфаху фис-сури фататуна афваджа. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Воистину, день развлечения уже назначен для вознаграждения и наказания. Это тот день, когда раздастся трубный глас, и вы все толпами придете для воздаяния, и небо разверзнется и станет похоже на распахнутые ворота, исчезнут горы,
и станут миражом. Воистину ад – засада нечестивцам и место возвращения для неверных, где пребудут они там вечно, не имея ни прохлады от зноя, ни питья от жажды, а всего лишь кипяток и гной, что будет для них подобающим возмездием. Воистину, они ведь не ожидали, что за их грехи будет расплата, и упорно отрицали знамения наши, а мы же велели все подсчитывать и записывать, и будет им сказано: «Вкусите же за все, мы не прибавим вам ничего, кроме наказаний подобных». Инна лильмуттакина мафаза хадаика ва а'наба ва кавааиба атраба ва ка'сан дихака. «Ла ясмауна фиха лагван, вала киззаба, джазаан мин раббика атааан хисаба». «Воистину, для богобоязненных уготовано вознаграждение, сады райские и виноградники, и полногрудые девы-ровесницы, и полные до краев чаши. Не услышат они там ни пустословия, ни лживых слов, и это все будет воздаянием и даром щедрым от твоего Господа». «Рабби ссамавати валь-арди вама байнахума ар-рахмани ла ямликуна минху хитаба яума якуму ар-руху валь-малаикату саффан ла ятакалламуна илля ман азина лаху ар-рахману ва кала саваба». «Залика льяуму льхакку, фаман шаа аттахаза иля раббихи мааба. Инна анзарнакум азабан карибан яума янзуру льмару ма каддамат яда. Господа небес и земли и всего того, что между ними, милостивого, с которым не посмеют они заговорить. В тот день, когда дух Джибрил и все ангелы встанут в ряд, не посмеет с ним говорить никто, кроме тех, кому милостивый позволит, и говорить тот посмеет лишь одну правду. Этот день наступит неизбежно, и тот, кто этого пожелает, вернется к своему Господу, искренне уверовав в Него. Воистину, мы предупредили вас о близком наказании в тот день, когда увидит человек, что совершили его руки, а неверный же скажет: «О горе мне! Уж лучше бы остался прахом».